Хорошо. Скиньте хпс прошлого края. С поглотами. Меня слышно? Да. Смотрите, я стою при том, что кидается осквернение на... Интересно, что потом мне не предъявляли. На железном кругу. Бежит воид, на нем кидается осквернение. И он берет и пробегает от одного зубца на спидах к другому зубцу. Вместо того, чтобы бежать на край. Все. Осквернение разливается четко на том месте, где он бежал. Я стою на этом месте. Куда мне бежать в этой ситуации? Кто меня научит? Человека, который разливает осквернение к херам собачьим в любую сторону. Так осквернение подо мной, он пробежал четко передо мной, а я бежал в центр. Да, любой выбор. Так какого хуя он бежит на меня, если можно бежать на край? Так получилось, этот вопрос это, блядь, задайте, лич, пожалуйста. Это не стандартный босс. Здесь лужи выносятся в разные места. Вот Вальке хватает разных людей. Вы видите, что на вас бежит человек и орёт осквернение на мне. Блядь, бегите куда угодно, блядь, лишь бы от него. Похуй, что он под вами разлил. Я убежал куда угодно, лишь бы от него. А этот человек бежит под меня. Что я должен сделать в этой ситуации? Алло, Мосса, пойди сюда. Алло, да, я вижу тебя. Я тебе расскажу, как было. Вот смотри, вот мы с тобой стоим примерно вот на так, еще ближе. Вот мы с тобой стоим, воид да. разливает, так же, как и под тобой и подо мной осквернение. Я выбегаю вот сюда, вот так вот, и осквернение не разливаю, ну, только потом меня задело. Ты же выбегаешь вот сюда вот и начинаешь вот так вот по дуге забирать на лича. Какой-то дебил вот здесь вот стоящий поймал ногой своей этот осквернение и уже по тебе дальше пошло, потому начальник что ты слишком самолезный. Близко стоял очень к осквернению, голову. Вот за что я тебе говорю. Ты вышел из него нормально, но другой, который задел, потом пошло начальнику, по цепочке по тебе. Голову. Начальник сейчас придет. Он сказал, би его один сек. Короче, я посмотрел видео, вот только что час прошел, я третий час включил на запись, и в начале записи этого часа посмотрел видео, открыл, замедлил два раза и специально посмотрел, у кого хп тратилось. Короче, Мосса, когда появилось осквернение, побежал через лужу, через центр лужи. Он не побежал от осквернения сразу, а побежал через лужу и получил дамаг. Лужа выросла раз, на следующем тике дамаг получил он и шейпер. Еще на следующем тике... Потому что... Объясняю. Осквернение. Секунду. Но когда дамаг шейпер, она достала его, потому что он побежал по дуге, а не вперед. Когда... Я объясню ситуацию, подождите. Да. Я вижу на человеке череп. Я начинаю убегать от человека с черепом. Человек с черепом чажется мимо меня на сапогах, и лужа остается подо мной. Я не понимаю, о чем эти споры. Кто-то ГП, блядь, получил? Игровой момент, запускай, мастер. Игровые моменты, ребята. Нет, от человека с черепом это все понятно, но лужа-то появилась, и ты побежал через нее, понимаешь, а не от нее. Я босса уже запустил. Войт, блядь, не выноси так лужу, а? Вот сейчас было криво пиздец. Лужа ты до этого как лучше выносил. Лужа была на кольце, я не знаю, почему люди из нее не вышли. Я знаю, это бы место лужа, много. Я получал бы ГП и пиздец. Можете мне хоть кажется, сюда если добежать. Если говорить, то лужа вот в этом моменте, она никак не по-другому не ляжет. Вот как было, так и было. Все нормально, давай, хорошо, все отлично на самом деле. Все молодцы, я всех люблю, да. Чё, по захилу нормально было у вас? Да всё отлично. Вот, ну, не знаю, никто не жаловался, заражения не видел, которое долго текло. Ты понимаешь, у нас с этой Тринис, вот с Т4 у нас как будто 2DC в рейд. Секунду. Да нет, уже на абсорбил, её походу пофиксили. Эх. Хуйню на абсорбил? Я за одну фазу 450к на абсорбил, ты шо? Ну тихо, рано Геру дал. Хуй с ним. Секунду бы попозже. Он никогда блядь, не дает нормально Геру. Это император, блядь, привыкнет. РДД. Вчера был охуенен просто. Он заебись дал. Не двигай миликов, блядь. Вот не двигай, когда РДД двигается. Не надо, они добегут. РДД просто вынес. Служа залет с обратной РДД. Шажочек. Кастанули, вернулись. Уже слишком прошли. РДД, все двигаются. А
про ловушка. Микслорка, стой на месте. РДД на мне. Диспел. От ловушки. Кто там рядом, блядь? Все. Эки, бегом. Самолиски, подвинься, РДД на месте. Чувача. Слишком много прошли. Д. Самолиски, подвинься, просит тебя вынести. Фу, бычья голова. Тьфу ты, блядь. Д, все подвинулись. Да не надо проходить, когда на РТД, например, ловушка. К нам идешь, микстурка. Пока что. ДД. Классная. Спел. Не успела. Все, обратно, обратно, не успел. Оба с чумой. А с чумой заберите. Д. На порталах иди. 4%, сейчас еще дохуй. Каль. Поведешь сейчас в сторону Сомалийского. Если на РДД будет ловушка. Лики. Костель. Вынес. Куда-нибудь. Пофиг, неважно. Все, нормально перевод. Все, задотали, задотали, сейчас убежит. Дотали все это говно, которое сейчас бежит. Рассосались по платформе, место вагон. Забирайте их мобов, так дольем, похрен. Гневный. Диспелите его, все. Если гневного споешь просто. Так. Давай. Гро, аккуратней, блять. Дайте хотя бы секунду, чтобы он ЛП успел кинуть или хоть что-нибудь. Сфера. Одна. Переходка. РДД сфера. Стали. В одну точку бегом. Вальки. И вот она тянет хуй пойми куда. Нормально, нормально. Сосались, места много, РДД хилы уже ушли. Турбойс почему-то сдох, блять, в вальке от лича. Сквернение, 2 секунды. Великие. Вышли. Мастер. Не, микстурку захил. Эй, ромбик. Вальки, 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 я ресну. Печеньку добить уже. В центр. РДД хилы, не сбегаемся. В смысле добить? Там нет ничего. Все, печеньки. Не бейте, она забавилась. Да не бейте, не бейте. Все, там турбой. Все, забав турбойся. Бегом. Рассосались по кругу. В центр лича. Приведи пока что. Зачем? Похрен, что ты там разольешь. Не-не-не-не. Сбегайся. Поехали по валькам. Кто в трусах? Классная. Замедлите. РДД могут разбить. Все вальки под замедлением. Да я бью это... трусы. Трусы, это дайте еще стан. Лича не сводите с центра, осквернение будет. По трубой сдайте каску, какую-нибудь шляпу там и так далее. Я лапу уже вроде дал. Играйте, алло. Сквернение, рассосались керам собачьим. Места много, захил заражение сразу. Навелир. Центр. Квадрату. Квадрат здесь. Еще двигай. Двигай его в центр. Двигай. Стой. Все. Встали вот здесь. Примерно. Ну, там. Лок. Две вальки. Бьем. Поехали. Вальки.
Око захил. Сразу РДД хилы на рейндж. РДД хилы на рейндж. Будет осквернение, блять. Милики, готовьтесь. Милики вышли к Вальке, отвали к херам собачьим. Вышли с центра все. Мосса, обратно в центр, на другую сторону. Кузахил. Квадрат, квадрат, квадрат. Я вот прыгаю, блять. Бегом. Квадрат, мне все в одну сторону, захил выражение. С другой стороны, алло. Всегда спину должны убить. Вальки, готовьтесь. После Валик будет осквернение. Сразу на рассосались. Как схватил, сразу свалим отсюда. Пан и прости. Поехали. Накинули замедление всю шляпу. Шреддер. Да дурак, не бей ты локов, ёб твою. Захил Далина, захил да. Не смог. А где он был? Не знаю, я, блядь. Стиль, после Валя гимноману. Не забудь. Сильно прошибло. Пили Валика, стиль, пой. Плеча в центр. Скорнение. И не Вальки одновременно. Разошлись на круг. Кого не надо. Ромка. Обратно в центр. Сбежались, чтобы Вальки из центра летели. Похер куда, неважно. Важно, чтобы вы из центра летели. К первой. Замедление. Захил заражение. Заражение хуёво очень. Гимн ХП, простите, да, бегом. Пружинку. Сорез и Далина. Чё, кружок? После осквернения. Осквернение первое. Пиздец, блядь, лечу 20. Зашлись. Женя захил. На Вуде. Захил Далина. Валик, ну, Валик, Валик. Гимн ХП, следующий костель. Бегом, быстрее. Минус один. Шреддера захил. Минус два, твою мать. Все потом поднимем, через сколько процентов? Так, не, ничего, ничего, бьем. Уже последняя один БР остался. Вальки. Далин, ты что там делаешь? Осквернение. В трусах хил. Сахил, осквернение. Эх, Валик, замедленнее. Постоянное замедление, блядь. Микстурку захил. Мастер залил сейчас. Доливайте, доливайте. Захил заражение. Раздавака. Раздаваку захил, лут шейпера. Гимные омоложения, вообще что угодно. Там ромбик улетел, нет? Разбивайте. Добиваем, добиваем. И потом осквернение. Будет Вальки осквернение одновременно. Не знаю, что будет первее, блядь. Сколько поэтому аккуратнее. Хуй знает. Не успеем, 44. Все-таки осквернение. Вальки быстрее. Вальки быстрее, твою мать. Казум, Шреддер, бьем ромбик, блять. Блять, я порт забыл переставить, сука, не достану. Бьем ром, ром. Он повлеча, все, больше не... Я знаю, не успеем мы к херам. Нам нужен еще один ДД. Все, влеча, бегом, захил заражение. Казума не профилит. Сквернение первым. Готовьтесь, разошлись. 3 секунды. 1%. Минус 2 еще. Мосса. На краю. Веди на портал. Вот да, да, вот туда. Ведем, идем, идем. 1%. Бегом сюда. К квадрату. Бегом к квадрату. Сюда, веди, веди на портал. Сюда, сюда. Ну, блять, на край, бегом. Все на край, быстрее, еще. Захил заражение. Вальком дали. Гимн ХП даст царь. Я уже давал. Дал прожим. Кто там, блять? Царь на ману тогда пой. Зашлись, минус 4, ничего страшного. Нормально, нормально, нормально. У нас один БР. Серый сразу дал Старфолд. Кто на ТКД, да? Класс, резкий. Помогайте, помогайте, две сферы нас убить хером, еще две сферы. Первого добейте вначале, второго не трогайте, доты помогите. Гимноману, царь. Уже давал. Следующий, кто там? Давай. Я вижу, две сферы сразу. Три сферы, блядь. РДД, сферы. Убьем. 15 секунд. Быстрее гневного. Да, это уже чуть-чуть дамага. Сферы. 5 секунд переходка.
Кого будут трясать, можно встать, когда в комнату тянут и бить. Портала стоим, ждем. Микстурка, поведешь? Портала локовского стоим, ждем. Ставлю. Посмотрим, где будет искренение, скажу. У меня нету мастера, Уршадр поставил на темку, будешь давать мастера. А, блядь, какой Шадр. Центр сбежали. Портал. Спокойно идем на портал. Бьем духов, не спеша. Все нормально, сейчас три дня мы всех захитим. Но вжались. Петов уберите с центра. Убирайте петов с центра. Подхильте локовского пэта, пожалуйста. Спереди дух убейте. Убери, убери. Угу. Он будет так и бегать в центр. На бездействие. Да и порта нет, осквернение не забудьте. Похер, где вы разольете, главное не под нами всеми. Куча голова. Сейчас, стоим здесь, пойдешь к трону. Разуму БР быстрее. Тест на микстурку. Из локов есть тоже. Есть на мне СС. Стоим на месте. Клики осквернений вынести на край, РДД куда угодно, блядь. Разум, ты вставать будешь? Я под собой буду. Не-не, если... Осквернение я оставляю тут, смотрите. Милики на край вынесите. ТД по краям. Далин. Отлично. Он, блядь... Идешь к трону, стоим на месте. Как вызови духов, сразу уводи. Уводи. Все, пошел. Милики, вы ушли оттуда нахер к трону. Бегом, бегом. Чтоб вы под духом не оказались. Да, блядь, у меня баба откатится, хорошо. На ману есть? Димон, вы, блядь, зачем ты пал ебаного ресой? Поезд Ким на ману. Да, пару секунд, когда. Я просто спрашиваю, чтобы сказать потом. Расскажи, почему я реснули. Я реснули еще перед переходками. У меня прожимка есть. Стену вжимайтесь. У нас демон 800 СПД дает. Здравствуй. Да успокойся уже. Да, блядь, закрой рот, на. Идем, пробежим, бегом, бегом, всосались, дайте прожимку. Нет. Сосались стену, бежим. Если в метках находиться... Секунды, порта не одна. Не-не. Ну, духов, веди к трону, еще дальше. Угу. Веди в один на другую сторону, откидывай духов. Встаньте в кучу, алло. Давай на край, на другой край, веди, Микстурка, веди его. Они же будут стоять, как, не знаю, вкопанные, блядь. РТД с хилами рассосались по краям. Будет осквернение после духов. Мильки вынести на край. РДД по краям ушли. Так РДД-то на краю, как я на край тебе вынесу? Прям вниз? Осквернение. Смотрим. Назад. Ой, назад. Уводи. После уводи на портал. На портал. Еще 2 минуты будет. На ману пойти, кто там назад. 20 секунд БР откатится. После комнаты. У духов. Отходите еще. Я таймер. После комнаты БР низко зума. Портал. Быстрее. В угол сюда. Ко мне. Духов, слейте сверху. Я включу таймер, скажу точно, когда берсер будет. Через 2 минуты и 5 секунд она будет. Мосса умер, готовьтесь под баблом становиться. Я должен закончиться. Да, там... И он не успеет вырасти. Мы еще будем больше 10 секунд в комнате. Напасть мало. Да, конечно, мало, потому что мы Шреддера обоссанного резали. Да хватит ДПСа, баблы есть. И стену. В стену вжались, скукожились прям. Сквернение, не забудьте. Сквернение. Сомалийский. Ушли от него. Стоим в портале, Казума, стоим, блядь, в портале. Никуда не уходить. Кого резать? Казума. Ки. Сомалийского захил. Блять. Сомалийский должен. Не должен умирать от духа. Царь, сука. Веди царь вдоль этого. Не по центру не веди. Не вредь, летели, здравствуй. Вы стойте, кучиня, они будут одной линией лететь. Сквернение. 2 секунды. Подразошлись.
Чопси. Сюда, ко мне, веди его. Откинул духов. Откинул. Еще влечет. 20, блядь, 10 миллионов еще надо снести. И будет Берсана. Бэрить. Я не слышу ничего. Казума, блядь! Уводи по... 5 раз сказал. Сейчас не поднимай, комната будет. Короче. Не вставай тогда. Не слышно, потому что говорю вам, блядь. После этой комнаты Берса. Да, сюда. Не на портал, а сюда. Угу. Дает бомба. Не знаю, скорее всего. Зум здесь. Думаю, под форме там уже Берса, нет? Мы выйдем Берса. Кил. Пробегаем быстрее. Спереди падает, здесь в углу стоим. Я вырос осквернение. Бабл, бегом. Да блять, ну лужу только не разли. Ну это типа там, ну, не затанчилось бы под баблами даже там. Ну 10% ебать, то есть прикинь. Дохуя. 8 миллионов, ну я такое на можно. Налепит, братрика. Там как бы. Царь, блядь, ну там как какая бы. Какая нахуй разница, ребята, блядь? Кто, сука, хилит, если вы все равно от заражения, блядь, роняем людей. Какая разница, сколько хилов, блядь? Мне очень большая понравилось, как. У тебя упало 2 человека, а то у тебя упало пол рейда. И не пизди пол рейда, 3 человека, а тут упало 4 нахуй. Мне очень понравилось, как меня в Вальке, когда я переагрил Лича каким-то чудесным образом. И он меня убил. Заебись. Ну, гранобор охуенный. Бомба прокнула. Блин, кони ХПС. Фишка-то, понимаешь, царь, не в ХПСе. В том, что люди в осквернениях стоят. В заражениях. Разбегаются далеко друг от друга. Но это у меня почему-то сбросилось все. А я знаешь, что... Я, может быть, глупость какую-то говорю иногда, но... Почему-то мне всегда кажется, что я умные вещи говорю. Вот помните, босс в Алитрии есть? Я там метки на хилов давал, чтобы люди, ну весь рейд, в том числе и танки, видели, что вот это хилы, типа к ним нельзя мобов пускать. Вот может быть ради тупого интереса покидайте вот сейчас на 5 хилов метки нахуй. И просто люди будут видеть нахуй. Вот если ты, ну вот, к примеру, вот я такой долбоеб, да, вот чулан, допустим, квадрат хил нахуй. И я такой долбоеб, хуяк, сюда такой бежал. Вот если я долбоёб, я тут буду что-то делать, да, там. А если я не долбоёб, я посмотрю, о, на хиле квадрат. Надо подойти поближе к нему. Надо, чтобы он заражение доставал хилить, нахуй. И вот если вы себе в голове такую хуйню, блядь, будете понимать, блядь, элементарную, нахуй, вот киньте на хилов метки, нахуй. И чтобы люди видели, нахуй. Если они съебались далеко от меток и сдохли от заражения, тут, блядь, пизды им дать, нахуй. Блядь, я все сказал. Мастер Эрелла, отдавай. Бля. Сука, шатра, гружусь. Обратно вернусь. В последних вальках, блять, я не знаю, кто вот здесь был. Вот тут блядь, вар вот, там честно. Убирал. И вот здесь, блять, кто-то. Я их не мог прохилить, потому что они летели в другую сторону, мы шли рейдом в другую сторону. Да, видишь, чувак, в чем фишка? В том, что люди-то, блядь, летят в две противоположные стороны. Ладно бы вы полукруг летели. Помолчи, Войд, помолчи, не доказываю людям хуйню. Потому что было или осквернение, либо это, блядь. У меня стоять под лечом и ждать осквернение или валик, я не знаю. Я отбежал, и меня схватили. Так вы... смотри, Мосса, две смотри. Противоположные стороны и полукруг, большая разница. Вот видишь, 4 шипа хотя бы, блядь. Вы можете хотя бы между 4 шипов вот этих лететь в эти стороны, блядь. А не в... сюда, вот на этот шип, нахуй, и в противоположный шип. Ну есть ебаная разница, ну ебать. Есть разница? Есть, нахуй. То ли ты на полукруге вот тут вот сидишь, нахуй, вот между этих двух шипов, нахуй. Тебя, блядь, подбегут... хилы вот тут нахуй захилят, они с этой стороны захилят тебя, с портала тебя захилят, для центра комнаты тебя захилят нахуй. А если ты, сука, летишь вот сюда, где я сейчас звезда нахуй, и противоположно вон в ту сторону нахуй, он на тот шип ебать, тебя хуй кто захилит ебать. Или ты предлагаешь хилов поставить нахуй на все 4 стороны света ебать. Ну вы думаете, ебаный по голове, блядь.
Даже дело не прохилить, а то победить. Не прохилить, я тебе говорю, что вы, блядь, не знали, что будет, получается. Либо этот, либо осквернение, либо вальки. Блядь, одно время. Так вот я и говорю про этот момент, про осквернение, нахуй. Вы его разносите на полукруг, а не, блядь, в противоположные стороны. Один побежал на север, второй на юг, нахуй. Такого не должно быть, ебать. Где вы такое видели, блядь? Так и вайпаются, нахуй, по КД, ебать. Сука, вы уясните на полукруг, нахуй. Обозначь, поставь метки, где такое, что такое полукруг. Вот два шипа, да? Вот этот и противоположный. Полукруг справа от меня, это полукруг с порталом. Полукруг слева от меня, полукруг с глыбой, нахуй. Как, блядь, не понять этой хуйни? Или можно разделить по-другому, вот. Встать тут на портал, посмотреть на ступеньки, нахуй. Полукруг справа, это полукруг справа, нахуй. Полукруг слева, это полукруг слева. Решите, решите, на каком вы будете играть, нахуй. Ебать. Почему мы рассказываем одним и тем же людям, которые уже третий раз, сука, убивают ёбаного лича, блядь? Да сука, потому что эти нюансы никто тактику, никогда блядь. Не рассказывал, нахуй. Никто никогда это не говорил. Вы разбегаетесь, вам поебать, нахуй. Вы, сука, согласуйтесь, как вы будете разбегаться. Можно организовать все так, что вот слева вот тут будут порталы, нахуй. Локи их будут переставлять на этом полукруге, сука. А не то, что чулан перебежал на ту сторону, нахуй. Это, и Локи на этой стороне, нахуй. Ну, конечно, у него, сука, от заражения сдохнут. Ёбаный вот в рот, нахуй. Почему вы такие тупые, ебать? Ты понимаешь, или блядь, что ты перевел, нахуй, людей сюда, на эту сторону? Вот сюда ты говоришь, вот бежим сюда. А Локи там с порталами. Как они тебе его, сука, переставят, нахуй? Ебать. Пизда, нахуй. Давайте решайте, на каком вы полукруге, нахуй. Или пиздец, блядь. Будете как говно вайпаться дальше. А с естерна. Покажите мне полукруг, нахуй, чтобы я услышал, на каком вы будете, нахуй, и потом на видео зачем посмотрел. Зачем изобретать велосипед? Какой велосипед, нахуй? Ты понимаешь, что ты вот летишь, этот, нахуй, что на ты север? Изобретаешь. Какой велосипед, сука? Ты летишь на север, я на юг. Это велосипед? Ты морячка, я рыбак. Все правильно говоришь. Зарь, ты скажи, что я неправильно говорю, нахуй, или что, блядь? Да все ты правильно говоришь, просто я вот некоторые ну, дебилов, нахуй, которые блядь. Бегают, одному ору. Не идите бить Лока, дебилы, вас, во-первых, не закилят, хилы на него внимания особо не обращают, блин, потому что я кинул ход, он выживает, блин. Нет, они бегут туда, разрывают дистанцию, и я не могу их хилить, я бегу в другую часть комнаты, чтобы кинуть на них ходы, господи, а другие люди в другой части комнаты подыхают, я потом бегу туда, успеваю что-то кинуть, чтобы он выживает. Что он тогда его бить не буду. Там мы не о том сейчас говорим. Это все понятно. А суть в том, что вы сами глаза разуть не можете, да? А нет, все нормально, мастер, успокой. Ты понимаешь, там мы-то разули глаза, блядь. Мы-то с чулоном, блядь, разули, с царем там, блядь. Ну полукруг-то покажите, на каком вы будете играть, нахуй. Или вы так и будете лететь, блядь. Один пидор в одну сторону, другой в противоположную. Ну как вы его хилить-то будете, ебать? Или вы реально хилов хотите на четыре стороны расставить? Заебись. Малики то она дал Релла, нахуй, нормально, блядь. Ну, новый пидор. Красивый, смотри. Малик, да реально. Плечи хорошие такие, да. Ай. Да, я реально мне хороший. Заебал. Настои пропиваем, еду кушаем. Вы будете что-то по стране, где мы играть будем, говорить или нет? Или так и будем лететь в разные стороны? Я ему уже говорил, Войт. Или мне сейчас репати делать? Отдали тебе лидера. Он уходил на био АФК. Фулл ребафы есть? Не вижу. Да. Вот на себя поставить. Все готовы? Запускай. Мастер, он ты себе забери. Дай 3D метки какие-то, где мы будем играть нахуй. Ой, ты же сам знаешь, разольет лужи. Просто на хилов метки поставить, чтобы люди ориентировались. Метки на хилов поставь хотя бы, ебать. Люди будут видеть. Предыдущие три раза вам не нужны были метки на хилов. Какого художника вы хуйню придумываете? Так потому, если человек не шарит, что его нужно захилить, он дебила кусок. Это лично его проблема. Метка на хиле ему ничем не поможет. Ну а в две разные стороны лететь? Есть нет. Две метки. Войд и Чулан, блядь. Если Войд и Чулан не сдохнет, значит их хилят. Возможно, надо стоять рядом с ними. Нет! М?
Учил, сам бегает со всеми. С точки зрения банальной эрудиции, да, если ты стоишь не возле чулана или войда, ты уязвим. Все, забудьте, что я говорил, бля, бейте как хотите. У чулана должен бегать за хилами. Господи, не бегай. Просто вы мне доказывали, Алиса вам херово что-то танчила там. Я не лечу бифу. Сомалийский там и милики одновременно, блядь, где-то рядом. Он трэш забил. РДДШ. Потом микс тут. А ловушка одновременно. Сальва по мастера. Агро там. Агро. РДД. На мне чума. Спасибо за щит, я чуть не охуел. Честно. Милики, бегом. Сомалийский подвинулся. ТД стоим. Ждем. Ловушка одновременно. ТД Чопс вышел. Диспел. Не диспелят. РДД вернулись. Квадрат. Шаг сделай. Назад на диспеле или маленький? Сразу сказал диспел. РДД. Лучше резать его сейчас. Резну сейчас. Да. Резну. Ну или хотя бы мазбаф любой. РДД. Чумака зум. Или ему там чё-ничего, каску добав или кулак там и так далее. РДД вернулись ближе к ловушке. Много слишком проходим. РДД, все двинулись. Близкий шаг. Угу. РДД, Чопс вынес. Двигайся, еще. Стой. Микстурыч, не забери у него чуму. Аккуратнее. Бери еще мелкого. РДД. Берешь шаркаря, микстурка, веди на него. Сомалийский, двигайся. Ну, пока так. 1%. Будет чума, сразу валим. Шреддер, Милики, бегом на платформу, бегом, мой назад вынес, бегом все сюда, веди, не стоим никто не там. Там много. А теперь Маликет хилит. Пол вас не разобрать. Сфера, РДД. Я подбил. Я бы сказал, если бы не успевал. А царь не сливайте так много гимнов. Не надо так много гимнов сливать. У нас потом не будет маны. Мастер. Блядь. Царь в шипы? Нет, я в хиле. 6 хилов так же, да? Да. А ты ему говорил, хуя туда не хватит. Кет, кинь царь на турбойсе. Сколько было этих? Сейчас. Вам не хватило 10 лямов, потому что у вас 5 человек дохнут, лежало. На этих 5 человек 10 лямов нахуй не несли. Сфера, 1 секунда переходка. Сомалийский, сейчас возьмешь лича на себя. Иди уже, блядь, таунти его, забирай его на себя. Сомалийский, бегом, микстурку заберешь. Забирай с него. Вот, все, гро выровнялось. Встали ближе к центру, блядь. Только поехали. Да, с хилами разошлись. Мильки, готовьтесь. Мильки ушли. За хил заражение. Прости. Ушли от него. Да, с хилами не сбегаемся, не забудьте. Сразу стоим. Лича в центр. На другой стороне стоим, если что. Противоположно сквернению. Всем понятно.
Эки осквернения, готовьтесь. Жди, жди. Милики вышли. Поехали по валькам. Осквернения ждем. Милики не забегаться, турбойс. Дали стан. Печеньку замедлите. Кто-нибудь, замедление печеньки. Бегом. Есть стан на краю. Пытку там какую-нибудь хуйню накиньте. РДД в печеньку. Ромбик, трусы замедлите. Замедлите трусы. От печеньки уйдите, он в лужу упадет. Да не сводить, не сводить. Все на рейндже осквернения ждем. Потом все сбегаемся после. Наберите рейндж, место до хера. Захилите заражение. Казум. Локи, обратно в центр. Сюда, где квадрат? Быстрее, быстрее, быстрее. Квадрат, квадрат, квадрат. За лича встали. Сбегайтесь, валик бьем. Замедление станы дали. Веди лича с ними. Летит в другую сторону. Милики, сядьте на трусы. Сквернение, скажу. ДДВ с хилами разошлись. Сквернение. 2 секунды. Милики, разойдитесь чуть-чуть от друг друга. Сомалийский. Там у трусов разливает. Добили трусы. Лича в центр. Микстурку захил. Не-не-не, обратно верни, мы в другую сторону полетим. Подвинь его обратно. ДД с хилами в квадрат хотя бы встаньте. Милики побольше ренжу наберите. Чтоб вы не полетели в сторону скинения. Вернее, разошлись. Милики тоже убежали нахер оттуда. Просто. Поехали замедление. Лечали, чали, чали, чали. Быстрей. Там будет одновременное осквернение с вальками. Что первое, я не знаю. Каждый раз новое. Поэтому стоим на полукруге РДД с хилами. Как я скажу, стойте лупасть. Все. Мелики вышли. Обратно в центр все. В сторону осквернения только. Бегом. Не в сторону осквернения. По валькам поехали. Станы раздали. Сражение отхилили. Сразу же. Это валька пизданутая стоит. Ну ладно. 47. Еще волна будет. Это сквернение, скажу, пока бьем. РДД с хилами сразу уже рассосались по кругу. Милики, готовьтесь. Ушли от валик, ушли от всех. Чтобы вас захилить могли только. Громко. Обратно в центр. Центр. Бьем лича, я скажу, успеем мы или нет. Не, уведи, уведи оттуда, уведи к этому, к... Блять, хуй с ним уже. Не в сторону скринения, встали, бегом в квадрат. Бьем лича. Чш, бьем лича, валькам станы. Станы, далее. Лича, веди вдоль валик. РДД с хилами на рейндж, бегом. РДД с хилами на рейндж. Осквернение, милики вышли из центра. Замедление, валик. 1%, чопс. Ушли оттуда, бегом, бегом, под тапком, блядь, все. Замедление, повали, замедление. Стан дали, стан, еще стан. 0%, захил заражение. Пока не надо ничего. Замедляйте, главное. Царь споешь на хп. Тиши, тиши, блядь. Прыгайте. Не должен сдохнуть от духа. Просто гимноману, если есть. Летят, просто уже пел. Ой, назад. Рассосались, набрали рейндж, места много. Сферы будут очень быстро лететь и много. РДД, не слакайте. Иначе они убьют херам весь рейд. 2 сферы сразу, 3. Гневный на пульте, если есть на пул у нас вообще. Сфера. И он издевается. Фу, этот виск сбейте. Разучился, походу, сбил. Я хорош, да. Турка, не веди через центр, всегда по краю веди. Mm-hmm. Вдоль края веди, вот всегда. Дома, да. Секунды портанет. Фу, переходка, блядь. Стоим тут, центр не бежим, сферу убили. Сферу.
Там максимально. Ого, раньше набрали спокойно. Геру, надо пока Геру, после. После осквернения я скажу. Как я сразу, у кого мало хп. Пошли на портал. Прожимка есть. Надо пока нормально. Только бегите быстрее. Сука, как у меня чешка пахнет? Ой, рано бежишь. Хорошо, Инза. Сразу осквернение не забудьте после комнаты. Я, знаешь, мастер, бегу так, что я никогда не вздыхаю. Ты тоже никогда не вздыхаю. Не пизди, ты пошли. СС на микстурку, если нет. На мне не забудьте. Есть. Хорошо. Бежим, бегом. Вжались в стену. Мне метки 5 секунд. Не-не, сейчас портанет секунду. Не-не. На ком не показывает. Стоим на месте. Стоим на месте, Геро. Поведешь вдоль трона на другую сторону. Полукругом. Да. Чтобы РДД, стоящий в центре, в другом месте, могли его бить. Понял, почему? Не через центр. Чтобы там не было духов всякой шляпы. Первым будет осквернение, скорее всего. Я больше, чем, блядь, уверен. Милики на край вынести. РДД по краям разошлись. По остальным. 4 секунды. Гнулись, бьем, стоим на месте. Как вызовить духов, сразу валите оттуда, милики. Не бейте лича, охуй. Все, валим. Валим к трону. Уже уходим. Не стойте под духами. Води, води еще дальше. На другой край. Сразу. Идем не на портал, вот сюда, правее. Спешите вперед. Вы вызываете лишние бомбы. Вызываю только я. Ди может максимум быть приз, которому скажу, чтобы он гимн спел. Иди дух. Минус один. Готовься. Сюда в угол. Секунда. Я умер. Лич вырос. Бабл самолет. Прохил меня. Ушли от духов. Откинул, води с центра, откинул духов. Бегом из центра, убираю, быстрее еще. Бафы эти сразу. Бафы дали, быстрее. Каску, блядь, пристабав, захил его. Костель сдох. Еще уводи. Да я еще в комнате, по-моему, сдох, я завис, нахуй. Это захил. На край его уведи, прям на край, блядь, Микстурич, слышишь? Чтоб он с краю стоял. Метров 10, чтоб до края не хватало. Все, стой, вот теперь жди. Че по БРам? На месте. Стой на месте. Да не надо его БРить. Пикет, на край. К трону веди. Там, там остальные стали. Так, веди. Веди, вводи, вводи, вводи. Вводи. Летят. Откину. Откину. Сколько там, еще 2 комнаты будет, да? Да мы успеваем сейчас. Если никто не сдохнет. Вперед, 4 комнаты. 4 комнаты еще. 2 комнаты. Да, портал правее. Вот сюда, там падает бомба. Все успеваем, у нас берса еще очень долго будет. СС, если можно, потом обновите по мне. Проходим, проходим. Тут комната вообще не дамажит. По сравнению с циркулем. Знаешь, там нам еще дух не прилетел, мастер. Вот нам прилетит дух, вот, блять, там прилетит 7 по 20 тысяч. Котла сдох, вот видишь? Сейчас будет лич вырасти, самолийский в бабл. Секунду, портанет. Ты говоришь, не бьет? А это что, блядь? Осквернения не будет, не будет его. Уведите его. Сомалийского подниму. Уходите, присты, похлопайте пока что. Баф сомалийского. На край его. Микстурку захил. Микстурка на край. На край отведи. Отведи от центра его. Нормально. Блядь. Нормально, нормально. Допустим. На месте. Стоим на месте. Веди на портал. Спокойно на портал. Иди. Я... Параллельно. Ушли из-под духов, главное. Сейчас есть. Еще дальше уводи. Классно. Сзади взливать. Нормально. Еще уводи. Духи пошли. Откидываю. Отходите.
У меня прожимка есть. Дал прожимку, хлоп. Бафати сомалис, король. Поведешь? Скажу пункту. Еще больше, 5%. Последняя комната должна быть. Убить должен. Че, вы ГЦ какаете нахуй? Сейчас половина людей умрет в комнате. 2 минуты до ГЦ. Видите? Че, блядь, нам сюда бежим, бегом, есть, бегом, левее портала. Смотрите. Левее портала. Не умирайте, сука, в комнате, нахуй. Перебежали. Кто там, блядь, разрушил? Да там побежал? 2 человека, мастер. Один вылетел, один завис. Костелик от вас. Так что, нормально все. Забудьте, духи будут на портале. Вам бежать к трону. Есть прожимка, сомалийский, скажу. У него нету. Это 5. Жмякай ты тогда, мистурка. Бегом, 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 захилри. В угол встали сюда. Вот где я? Где я? Где угол? Маликет на захил. Звезда квадрат. Побежали. Сейчас бежим резко. Побежали. Бегом, 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 бегом. Вышли. Вот и ушел. Сквернение. Стои на месте, стой на месте. Стой, 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 стой. Ладно, мы с ним идем туда. Стой на месте. Хильте. Его не надо водить. На нем искренне. Идешь так же полукругом в сторону трона. После этой комнаты он вырастет. Так что бьем. Не-не, милики на край вынесут, РТД куда угодно. Вынесли. Сука, только да. Не залейте скинь, я вас умоляю. Чопс. 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 К трону бегом, бегом по тапкам, бегом к трону. Стоим на месте, бьем, нет духов. Давайте 0,5%. Ляма, 3 ляма. Стоим на месте, бьем, все. Наконец-то. Там можно ресаться, не любят, ДПС не хватает, нахуй. А нам что, сейчас ДПС не хватало? Да все хватило. На прошлый экран не хватало. Стоп, никто не заходит, нахуй. Не открывает никто лут. Кто-то один, кому не нужен лут. Камнем душ вставать, нет? Ты не станешь сейчас, на тебе дебаф висит. А, курил. Линканить. Пока раздай, пока вот. Представление. Шреддер может. Что, раздай? ГПРЗ? Так, кто уступит место Роги? Шреддер. Шреддер уступит? Что там, ни у кого не сохранился скрин с ХПС, что ли? После каждой комнаты, бля, скидывается нахуй. А, понятно, наркомания. Мы бан не получим за эту хуйню, ребята, всем рейдом. Перманент. Завод сундуков. Продают, а? Я откуда знаю? Я спрашиваю. Об этом пишут, не, эти ж продают. Почему нет? Пожалуйста. Не, если у тебя ачивки нет, либо АД хочешь, то не ревай пока. Ливнешь, когда уже убьем его. Если ачивку получишь. Ебать, я 3 раза упал. Просто жесть. Да, так это если вы скидывали шоу перед этим боссом, тогда у вас полный отчет будет нормально. Да? Перед этим травмистый спит. Там ничего не поделать. Мастер, вот смотри, мы были в 6 хилов, я был в хиле, то есть топ ДПСер в хиле. И нам хватило до берсы еще. А ты не видел, что я зашел, блядь, на ебаного вара? Ну и что? И ты думаешь, что, ты блядь? Вот из-за одного тебя нам столько ДПСа начало хватать? Нет. Да, просто у нас может, перестали... Может, я хуёвый хил, давай так скажем, блядь, царь, давай. Я тебе говорю про то, что люди перестали дохнуть. Я тебе говорю про я то, что вам... нахуй люди перестали дохнуть по другой причине. Потому что они перестали разбираться, как тараканы, по всему, по всей платформе. Но по-другому. Были удачные лужи, и удачно люди вливались. Угу. Всё. Это всё. Я, блядь, жду осквернения нахуй до последней секунды, а не сбегая за 10 секунд великом, блядь. И с предыдущим траями... Сейчас люди более если лучше действовали. Вставать, больше вливались, удобнее вливались. Стояли лучше. Никто не лутает сюда. Лучше. Чё-то не понял, а чё это такой за рог? Чё за привилегии? Привилегии, кинжал никому нахуй не нужен. Рогов видишь, Рейди? Этот кинжал нахуй никому не нужен. Или ты хочешь на креста забрать кинжал этот? Ну чё, Крис этот хочет, он же нахуй да. Никому не надо. А кто на приставил?
их 6 хилов сейчас заражение поднимали просто. И рейд вообще не падал. Ты хоть раз был внизу, а никогда никого не достал? Отойдите от сундука. Отошли от сундука, нахуй. Смотрю, блядь, зовут. Да. Если бы я тебе ебал, ты бы человеком стал. Лок, шкаф, шкаф. Поставь казан. Так чё ж вы на первый трай-то не захилили, люди? Парь, блядь, ты чё, сука, охуел, блядь? Да успокойтесь уже, ну, чё вы, блядь, как дети? Сакрос, не залетай, уже утонули на. Да нету там Криса. Там Маркус и Теренос, успокойся. О, всё. Ну, бычьи голову, ну на какого хуя тебе это говно? Ща, ну, чё, бесовая на хэпре стадо, с... Да ёбаный урод. Лут себе забери, мастер, блять, не тупи. Не буду забирать себе. Тканет, и по пизде все пойдет. Да, видос есть, блять, я все вижу. Вернут сразу. Лучше уж так, блять, что он в сумке будет. Ну это да. Из сундука-то он точно пропадет. Из сумки хотя бы не так. Есть шанс, что не пропадет, а сундук-то точно пропадет. ГЦ, микстурка. Просто кто мосса заберет? Не знаю, посмотрим. Раздавака токен обычный обмен. Экструка, учи коня. Идем сейчас с Долорани фототься с чуланом. А где у нас вообще очередь на коня? А чё это лич и проф? Я озвучивал на Синдре, блядь, кто следующий на коня, а если ты не слышал, твой проёб. Ты чё такой, блядь, нахуй дерзкий стал, я не пойму. Я не дерзкий, нахуй. А что ты агрессируешь на меня, я не пойму. Да он так просто говорит. Я не агрессирую, на. Хуя себе, блядь. Он просто нах добавляет и всё, и тебе кажется, что он агрессирует. На самом деле он спокойный. Мастер агрессирует, блядь. Дали на обмен. Спокоен, как монах из Шаолини. Ну, получается 5 траев на пятом убили. Мосса тоже на кресте. А разве у Мосса не мейн? Хью. Чё, блять, народ? Никому не нужна была токена, и на никому понял. Я ролил. Ребят, что можем... ты понял? Ты смотри, я ролил. Сейчас вы проролите, я кое-что спросить хочу. Так. Так. Только не ливайте с рейда пока что. Ромко. Хочу спросить. Так, Далин. Так, Аркус у нас сколько там? 1887 ГП. Это последние рейды, когда хилам уходит шмотки за 10%. А танком тоже, да? Угу. Да. Вот это вот круто. Ну теперь сейчас последует вопрос, вы пока рейд не покидаете. Кто там Тирена заберет? Царь? Я есть. Классно, они забирают. Вычу голову выше всех. Я не знаю, хочет на меня обижается пусть бычий, хочет не обижается. Я бы, если можно было, бы забрал бы за свой ПР и отдал бы императору. Это ему бисовая шмотка. Ну ты мог паролить, по идее. Ну я, блядь, отдал бычьему, не знаю. Не знаешь, что кажется? Вот ты это озвучил, у тебя Тирена садит, ну так нельзя делать, я так думаю. Это говно какое-то. Да. Выше головы Теренос. Другое дело, если РДДшная пушка. И не только. Другое дело. Еще 406 ГП. Другое дело, если царь у тебя бы не видели никто такой пухи, и ты бы ее сролил. И типа себе, и типа не сказал. Я тогда... не говорю, что мне ее нужно отдать, или чтобы я ее забрал себе. Нет, ты просто в следующий раз делай по-другому. Ну, я думаю, не буду я так делать по-другому, я не буду это делать скрыто от гильдии, я... чтобы все знали, что все с этим согласились. Не, просто не человек... я про чё, что ты типа отдал, что типа себе, а потом отдал челику, никому это не сказал, об этом бы никто никогда бы не узнал.
Человеку последняя шмотка, считай, в целом. Ничего страшного. Тут многим последняя шмотка. Ну ладно, я задам такой вопрос. Ребята, вот там было ЕП, что-то за Лича, что-то мы решали 2000, да? Ты 1500 дал за профа и Лича. Как это понимать? А, стоп, блядь. Гендру. Я тоже думаю, что-то мало за три босса. Блядь, скажите мне сразу, нет, на. Я только сейчас открыл ЕПГБ, думаю, так, что-то маловато, его это озвучил. Сделаю даже вот так. Ну, ну а теперь скажи, цифры озвучь, вот за Синдру и профа по 750, а за Лича 2500 будет, так всегда будет? Или 500 ты не просто знаю, докинул? Пока, блядь, я не перестану релить, нахуй, я даже на эти цифры не буду смотреть. Будет микстурка релить, будет написать по своим цифрам. Не, это понятно. Я даю из-за того, исходя из рейда. Если вы бы хуёво убивали, блядь, я бы дал меньше ГП, если бы вы были, блядь, временно, и кота, блядь. Ещё меньше ГП, нахуй. Ой, ЕП. Я как бы понял, что мастер агрессирует. Так вот, агрессирует на самом деле вот. В смысле, блядь, ты чё, угораешь? Ты чё, охуел, Войд, блядь, че ты его заришь? Да, блядь, просто пукан загорел. Сори. Проект Яровой заводит. Почему я на тебя заводит? Потому что ты, блядь, меня не слушаешь. Я, сука, 15 раз сказал, блядь, не открывать ебаный сундук. Чё, этот, микстурка, ты раз, тут, блядь. микстурка. Давай чулану делать, как оно называется-то, вот это говно? Кара, КД откатилась, вы чё, блядь, забыли, охуели, что ли? Пошли быстро, блядь, Молчезар или кого там, не в пустоты хуярит. Кстати, челану нужно гнева закрывать. И это, микстурка, ты коня выучил или кому-то отдать захотел? Мне, кстати, это пустоту тоже. Кстати, микстурка, куплю коня. Кстати, микстурка, ты говорил, тебе там три не нужна была какая-то, да? Микстурка. Подъезжайте. Я предупреждал по анролу, блядь. Анролл, во-первых, первый конь ушел в микстурке, больше он ни на кого не получит коня, это раз, ни на какого твинка. Так что думай сам, когда отдаешь своего коня. Второй анролл уходит царю обезьян, нахуй. Я это говорил, еще раз напоминаю. А еще раз, блядь, не послушаешь меня, сука, и не лутанешь, блядь, босса, нахуй, ты, блядь, уйдешь с этой очереди, я тебе предупредил. Да ты меня не пугай, пожалуйста, ладно? Я лутану. Причем тут пугай? Ты меня, сука, не послушал. Я 15 раз сказал не открывать. Ты меня послушай, я, блин, пиздел и не слышал, что ты сказал не открывать. Я, сука, до траев еще сказал это, блядь. Ну я, значит, дебил и прослушал, потому что мне Уинузад начал хуйню. Слышишь тебе, что Микстурка пишет? Он не хочет коня забирать. Ну, перераспределили сразу царю, да, и там, или кому-то другому, или пусть Микстурка сам кому-то даст, нахуй, пусть тот человек выучит, нахуй. Микстурка, решай, кому отдаешь, но только тем, кто уже давно в гильдии, блядь, и знает, и мы знаем, что они точно не ливнутся. И подъедьте, пожалуйста, к входу в банк ордынский, ну, на мувик вас, ну, кто там коня получит. Микстурка хочет триньку, я понял, Микстурка! Продай коня! Царь, подъезжай там, если вам нравится. Этот конь, блядь, он страшный, блядь, хуёво графически нарисован. 310% посыпать. Да, дал царю коня, понял. Да конь просто больше свидетельствует о том, что ты Лича убиваешь, и все. Звание тоже свидетельствует. Да, блядь, хули это звание. Вот, царь, паспорт давай. За убийство Лича, да? Лицензия, блядь. Чулан, спасибо. Турбо, подъезжайте сюда. Кастуй коня. Кастуй коня. А Чулан, все, ты где? Ты в Долоране, нет? Давай крыльями. Это какое у нас, четвертое убийство Лича, да? Ну да, ты четвертого коня забрал. Че, пошли, Каругер. Чулан, ты тут? Чулан, ты спать не собираешься еще? Бьем там. Погибель будем закрывать, да? Там по-любому в первую очередь какой-то гнев, там квест вот этот надо сделать чулану. Ну, потом не знаю. У чулана нету квеста на гнев? У него.